Как-то раз женщина по имени Николь позвонила в приют для бездомных животных. Она рассказала о рыжем коте, которого подкармливала уже несколько месяцев. Когда волонтеры приехали к указанному месту, они увидели жалкого рыженького котишку, который оказался без ушей и практически без зубов. Он бродил вокруг стола и стульев, стоявших во дворе, дожидаясь еды. Затем котик запрыгнул на застеленную скамеечку и жадно набросился на пищу, которую принесла ему Николь. Было видно, что кот не слишком доверял женщине, несмотря на то, что она его кормила. Он нехотя давал себя погладить и старался увернуться от ее прикосновений. Конечно же, Рыжик не был в восторге и от ласк волонтеров, которые пришли, чтобы помочь ему. К счастью, истощенным он не был, отсутствие зубов не мешало коту питаться. И все-таки оставаться на улице – это был не выход для котишки, который лишился ушек по чьей-то вине. Когда Рыжик поел, его заманили в ловушку. На удивление, кот безропотно отправился в клетку, заинтересованно рассматривая ее изнутри. Видимо, каким-то чутьем он понимал, что люди не желают ему зла. Всю дорогу до приюта Мурлыка вел себя спокойно, и только глаза выдавали его волнение и беспокойство. Он уткнулся мордочкой в одеяльце и замер в ожидании. Когда волонтеры добрались до приюта, они сразу же поспешили к ветеринару. Тот осмотрел рот котика, увидев, что некоторые зубы все-таки сохранились, но они испорчены. Но самое главное, они нашли чип, в котором была информация о Рыжике. Оказалось, что его зовут Арес, и его стерилизовали прежде, чем выпустить на улицу. Но хозяев у него не было, кота чипировали, чтобы отслеживать его местонахождение. Он был просто бродячим котиком, да еще и больным. У него обнаружили кошачий вирус иммунодефицита. К счастью, заболевание не является смертельным, но такому животному очень важно быть дома, а не бродить по улицам. Пока что Арес находится на передержке, но волонтеры очень надеются, что кто-то захочет забрать Мурлыку в свой дом. Мы желаем этого котику от всей души. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.